В День защиты детей в поселке Мирный состоялся фестиваль по ловле рыбы «Кубок добра». Участие в нем приняли многодетные семьи из городка в Райсеменовском и дети из социально-реабилитационных центров округа и семей мобилизованных. Юным рыбакам пожелала удачи уполномоченной по правам ребенка в Московской области. По доброй традиции участники соревнований по ловле рыбы желают друг другу удачи. Ни хвоста, ни чешуи. Какую рыбу хочешь поймать? Большую. Вот такую вот. Перед стартом соревнований от главы городского округа Сергея Никитенко ребятам передали сладкие подарки. А 14-летней Софии Молчановой из семейного городка Райсеменовская вручили в торжественной обстановке паспорт. Затем участников рыбной ловли разбили на 15 команд, по 5 человек в каждой. Здесь задействованы и взрослые, и дети. Мы команда помогаторов, мы состоим из детей мобилизованных, жен и просто неравнодушных людей. Мы решили так наших поддержать бойцов, которые находятся сейчас в зоне СВО, чтобы они видели, что мы их ждем здесь, любим и как можем всячески помогаем. Насадить наживку на крючок, поймать рыбу ребятам помогают наставники, организаторы соревнований. Приглашаем волонтеров, наставников в каждой команде и проводим такие дружеские соревнования, цель которых – создать детям положительный эмоциональный фон, немножечко их развеять, социализировать, ну, привнести в их жизнь, да, в их детство по-настоящему радость. Организатор фестиваля телеканал «Диалоги о рыбалке» проводит соревнования уже третий год. В этом году турнир получил поддержку Министерства физической культуры и спорта Московской области и Министерства социального развития. Праздник с ребятами разделили почетные гости, в их числе уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Этот фестиваль – это уже такая наша добрая традиция вместе с телеканалом «Диалоги о рыбалке». Ребята делали его сами, сначала на своем энтузиазме, со своими средствами. Но вот в этом году мы их поддержали, правительство Московской области поддержало. Мне очень приятно, что количество семей, которые участвуют с каждым годом, растет. У меня есть такая мечта, я думаю, мы осуществим, сделать ее, этот фестиваль областным. В этом году «Кубок добра» собрал более 100 человек. Постоянные участники фестиваля, уже опытные рыбаки, уверяют, что в озере Люце легко ловится на удочку карпы и щуки, а еще уклейки, красноперки и окуни. 3 часа непрерывной ловли прошли незаметно. Многие ребята сегодня поймали свою первую рыбу. Очень даже классно, я люблю рыбалку. Но я это ловлю рыбы первый раз. Победителям и призерам фестиваля по ловле рыбы вручили медали, кубки, памятные подарки.